Герой нашего сюжета – Рома Литвинов. Целеустремленный, настойчивый и талантливый боксер. 5 лет он серьезно увлечен спортом. В его копилке находится уже много наград. Спортсмен становился победителем областных, всеукраинских и международных соревнований. Но самое важное достижение еще ждет его впереди. Хочу стать в этом году чемпионом Европы. Вот еду в город Селидово на сборы, сборная Донецкой области там будет присутствовать. Если вот мы едем в город на дверной чемпионат Украины будет, если мы там выиграем, ну я выиграю, я еду на чемпионат Европы, который будет в Беларуси, в городе Минск. Путь к победе нелегкий. Свой первый поединок Роман проиграл, но неудача только закалила его. Помогли парню справиться с первыми трудностями семья, друзья и советы тренера. Именно их поддержка – один из главных секретов успеха боксера. А какие эмоции испытываешь во время поединка? Если проиграю, то, конечно, отрицательно. Если выиграю, то вообще. Родители радуются очень. Благодаря тренеру, эти все победы – это благодаря тренеру моему. Тренер Борис Каримов говорит о Роме как о очень увлеченном спортсмене. На тренировке он никогда не опаздывает и всегда занимается в полную силу. Наставник видит в Литвинове потенциал и считает, что ему могут покориться большие спортивные вершины. Я считаю, это уникальный человек. Уникальность его заключается в том, что он всегда проигрывает те варианты, то есть не то, что бои, а переигрывает в голове те неудачи, которые моментально он перестраивает. То есть у него какая-то универсальная схема мышления. Она помогает ему вовремя находить ситуации и во время боя, когда бывает попадаются такие не очень легкие соперники, где иногда именно решающие бои, где именно он выходит уже за право быть чемпионом. Вот здесь, конечно, играет сила воли, умение оценивать себя во время боя. Вот это у него присутствует. Мышление, воля к победе, мужество. Вот. Ну и самое главное, у нас хорошие дружеские отношения с ним. Смотри, ты ударил, ты вот так вот, видишь, заканчиваешь удар. Обычно Рома тренируется 6 раз в неделю. Но перед важными соревнованиями, когда спортивная подготовка особенно важна, юный боксер может проводить в спортзале намного больше времени. Из чего состоит день мальчика-боксера? Поучиться, прийти покушать домой, пойти тренироваться. Весь день, я даже не успеваю погулять выйти. Подготовка к турнирам включает в себя не только улучшение физической формы, но и детальный разбор полетов прошлых соревнований. Мы настраиваемся на каждый бой, убеждаем его, стараемся переигрывать те варианты, видео, просмотр, теоретическая подготовка, все моменты. Перед боем боксер не только получает советы наставника, но и настраивается на победу самостоятельно. Рома считает, что очень важно искать индивидуальный подход к каждому противнику, верить в свои силы и хотеть быть первым. Тренер настраивает так, на каждый бой старается настроить. Как говорил мой тренер, надо настраиваться на каждого противника, даже если он слабен. Я говорю, я должен выиграть, если не выиграю, это будет позор. Просто, знаете, как поднимаешься на лестнике и проигрываешь, и опускаешься. Стараюсь на таком пути идти. Свою целеустремленность Роман оправдывает желанием стать таким, как его двоюродный брат Ваня. Ведь именно спортивные достижения брата стали стимулом заняться боксом. Я хочу пойти по стопам брата. У меня брат серебряный призер чемпионата Европы. Благодаря этому я тоже пошла на бокс, он меня повел на бокс с папой. И благодаря этому я тут и держусь до сих пор. В обычной жизни Рома не любит драться, ведь считает, что это неблагородно. Тем не менее, на боксерском ринге он показывает всю мощь. Так что, возможно, у боксеров с мировым именем вскоре появится достойный конкурент.